Привет, синдром понедельника. Нам кажется, что понедельник – это трудный день, потому что два дня мы отдыхали, и начинать рабочую неделю трудно, нам кажется. На самом деле понедельник, вторник, среда не имеют никакой разницы. Одни и те же работы мы делаем эти дни. Но почему нам кажется, что понедельник трудно? Потому что нас наполняет страх. Это бывает после отпусков еще сильнее. На самом деле страх начинается с воскресенья. Знаете, почему так? Потому что начинать всегда очень трудно. И не забудьте это. Не бойтесь начинать. Если вы нашли у себя смелость начинать, после этого все будет легко. Именно поэтому вторник, среда, нам кажется, что легкие дни, а понедельник трудный, потому что понедельник мы начинаем. На самом деле, среду и вторник делаем одни и те же работы. Поэтому, я повторяю, не бойтесь начинать. Начинать всегда трудно, но потом бывает очень-очень-очень легко. Пока. Благодарю вас.